Не всегда это хорошо, потому что в споре иногда рождается истина. И вот такие вот конфликты, дискуссии, которые не перерастают в противостояние, они на самом деле и оказывают конструктивное, развивающее действие, да? То есть они нам помогают находить какие-то нестандартные, какие-то интересные решения в своей работе. Поэтому очень важно это тоже понимать, и некоторые конфликты, дискуссии, да, их можно, то есть то, что мы говорили раньше, да, конфликты будут, нам нужно научиться ими управлять. Если мы умеем управлять, да, то они не оказывают на нас деструктивного воздействия.